Я на холме. Интересно то, что тут есть ветер. Такие порывы иногда. Южный ветер. А там внизу нет. Очень хорошая погода. До сих пор есть клубника. Дожди прошли. Так что она сейчас опять появится. Не засохла. А так бы, наверное, засохла. Очень жарко было. Остатки совсем уже. Но есть и крупная. Есть и крупная. Если зайти рядом с лесом собирать, то там меньше высохло, скорее всего. Тут потому что она позже вообще созревала. И в высокой траве, скорее всего, она там и даже и есть еще. Ну, даже еще можно собирать. Конец июля. Да, тут в теньке она посочнее, но очень сладкая уже. Хорошая. Ладно, будем звонить сейчас домой.